Бывает так, что человек раздражается или недоволен там своей жизнью или отношениями по той причине, что он по какой-то причине думает, что другой человек должен догадаться о том, какой же, да, какого отношения он хочет. Но сам ничего не говорит, и начинают у него какие-то скрытые обиды и раздражения от того, что человек сам не догадывается. И это тоже деструктивно, да, потому что если вы чего-то хотите, вам нужно это донести до человека. Иногда бывает так, что человек, например, один делает что-то для другого и ждет от него, ну, каких-то ответных действий, а он даже не подозревает, что от него что-то ждут. И от этого тоже бывает негатив у этого человека. И нужно, если что-то вы хотите, например, получить, не нужно ждать, что, да, получить или попросить, не нужно ждать, что человек догадается. Нужно За даже помощь. не просить, а вот как сообщать. Мы это говорим о сообщать о своих потребностях. Если вам это потребно, если вы не умеете сообщать о своих потребностях и ждете, что люди о них сами догадаются, это говорит, во-первых, о страхе перед выражением себя и о нелюбви к себе.